Всем привет! Меня зовут Алена Съяснова. У нас питомник с горы Мизмай. Меня зовут Валера. Я инструктор, дрессировщик, зоопсихолог. Я кинолог, эксперт, селекционер. Ну и, конечно, мы всю жизнь занимаемся обучением собак, изучаем психологию собак и чувствуем собаку. И очень долго думали, как же назвать питомник, и решили по местности. Это очень красивая местность, гора Мизмай. Я хотела для собак простор и свободу. Я хотела завести коз для выкармливания щенков. И здесь чудесный климат в Псибае. И, конечно же, собаки счастливы, и мы счастливы, что мы можем каждый день гулять. Собаки купаются в речке. Они физически максимально развиты. И, конечно, для щенков это самое лучшее место. Щенки свободно бегают у нас по территории. И кроме профессиональных кормов, скармливаются козьим молоком. Мне было где-то лет 16. Вот, я жил в Обнинске и приобрел себе немецкую овчарку. С этой породы у меня началась деятельность в собаководстве. А разведение началось после встречи с Аленой. И тогда я узнал про замечательную породу бернский зингхунд. Вот, через какое-то время поступило предложение о том, что мы приобретем маримо-брудскую овчарку. И это тоже оказалось не менее шикарная порода. Бернский зингхунд – это одна из самых оптимальных собак для семьи. Он добродушный, и в то же время он может охранять свою территорию и свою семью. Когда мы ходим гулять, берны всегда идут рядом. Их пастуший инстинкт переносится на семью, пасти ее и охранять. Бернский зингхунд очень хорошо ладит с детьми. Дети могут его тискать, и берны очень любят, когда их вот так вот тискают. Они заваливаются на спину, катаются на спине, и очень любят, когда их окружают много детей. Это очень надежная собака для семьи. У нас есть еще маримо-брудская овчарка. Это собака из Италии, это древнейшая порода, и они сохранились такие же, как они были 2000 лет назад, и внешний вид сохранился, их выносливость и рабочее качество. Это одна из самых лучших охранных собак, и в то же время это очень хорошая собака для семьи, она хорошо ладит с детьми, очень ласковая. В семье, признает всех членов семьи, с пожилыми людьми и с детьми она очень аккуратна, она интеллигентна, не толкается. И в то же время она охраняет очень хорошо свою территорию от чужаков. Очень важно, чтобы щенки рождались в доме, не в вольере. Когда щенки в доме, они постоянно общаются, даже они еще слепые, ничего не слышат, но они чувствуют тепло рук человеческих и в дальнейшем получают очень много общения. И из-за этого они вырастают очень доверчивыми к своему владельцу. Я когда жила в
городе, я хотела завести коз, чтобы маленьких щенков подкармливать козьим молоком, потому что оно очень целебное для них, отлично усваивается. Вот мы переехали в горы, и я завела коз, и наши собаки в первый же день отнеслись к ним, как будто они у нас всю жизнь были. Они просто подошли, их понюхали, пообщались и побежали дальше. И теперь мы гуляем вместе, и собаки, и козы одновременно пасутся. И наши гости от этого в восторге, что собаки, козы вместе, их всех можно погладить. Мои козы очень общительные, как и мои собаки. Социализация – это когда щенок с раннего возраста получает много новых ситуаций, картинок, когда он общается с новыми людьми, видит машины, много гуляет, знает много мест. Показать ему этот мир, что он вот не такой страшный, как может он себе представить. Маленький щенок, когда растет, если он растет только во дворе и ничего не видит, он может испугаться потом. При выходе на улицу всех новых картинок, новых людей, новых машин. Поэтому очень важно гулять и давать общаться с людьми и с детьми. Мы с щенками с раннего возраста ездим на выставки. Щенки общаются много с нашими гостями, с детьми, приходящими к нам в гости. Щенки ходят с нами на прогулки. Конечно, самая важная социализация – это возить с собой в город, чтобы собака видела машины, большое скопление людей. И тогда собака вырастает максимально уверенная в себе и надежная. Воспитание проходит с самого детства, когда щенки начинают двигаться. Наши щенки общаются постоянно с взрослыми собаками, с родителями и с дедушками, и со всеми. И они у взрослых собак обучаются правильному поведению. Они формируются стабильными по психике и уверенными в себе. Для меня собаки – это моя жизнь. Я с раннего детства притаскивала домой щенков и котят. И, конечно, когда я выросла и стала профессионально заниматься собаками. Собака – это целый мир. Она дает очень много положительных эмоций. И благодаря собакам мы очень много путешествуем. Мы ездим на выставки в Армению, Грузию, Белоруссию, Украину. Также можно с собаками ездить и в Европу. Именно ради собаки мы едем на выставку и путешествуем. То, что закладывается в щенка при рождении людьми, оно передается через поколение. И это очень важно, потому что если щенок безродословный, скорее всего, не уделяется то время, которое нужно уделять щенкам и поколениям в будущем. Поэтому, когда ты покупаешь собаку с родословной, это гарантия, что этой собаке уделялось нужное время. Человек приобретает себе собаку на 10-15 лет. И поэтому очень важно делать правильный выбор. Желательно приобретать щенка у хорошего заводчика, потому что заводчик максимально много отдает своего времени, своей души каждому щенку. Для каждого человека самое главное у собаки – это ее здоровье и ее характер. Выставочные качества, можно сказать, на третьем месте. И у хорошего заводчика идет отбор собак по поведению, по их здоровью и по долгожительству. Наши собаки имеют очень крепкое здоровье.
и хорошую генетику. Мы обязательно делаем тесты своим собакам. При приобретении собаки очень важно изучить, для чего эта порода создана. То есть, допустим, ездовые собаки, они очень активны и много необходимо тренинга. Охотничьи собаки также, они очень хотят много бегать по лесу, и они очень активные. Я считаю, что наиболее комфортные именно для семьи пастушьи и пастушьи охранные собаки, потому что их инстинкт пастьбы переносится на инстинкт охранять и пасти свою семью. Я очень люблю, когда ко мне обращаются за щенком в квартиру. Многие люди думают, что это очень тяжело именно для собаки. Совсем наоборот. В квартире собака получает максимально много общения, ухода и социализации. Собака вырастает максимально интеллектуальной, потому что она постоянно видит жизнь семьи, ее берут с собой в поездки. Часто в частных домах люди забывают общаться со своими собаками, они устают на работе, приходят с работы, просто ставят миску с едой и уходят отдыхать. А в квартире собака всегда со своими хозяевами и всегда два раза в день ходит на прогулки. И она всегда ухоженная, чистая. Многие владельцы сейчас стали одевать комбинезоны на своих собак в слякотную погоду. И собаки приходят чистые, единственное, что помыть лапы. У этих двух пород шерсть не линяет постоянно, она созревает для линьки. Необходимо просто счесать собаку. Это происходит где-то в мае, перед жарким летом, и немного осенью. Еще кто живет в Краснодаре, мы помогаем грумингом. То есть мы можем забрать собаку, выкупать ее, высушить и привести чистую, красивую и ухоженную. Да, да, конечно. Это наша жизнь именно.